оставался. Ну и все. Мы посидели. Понятно тебе, Лена? Лена. Вы остались на Игоря Третьякова. Вы позанимались тут. Игорь просто с кем-то. Все у вас хорошо. Да я поговорить остался. Я конкретно спросил, кто остается на занятия. Ни один не поднял руку. Даже Сергей Павлович. Ну, потому что всегда остается. Это для, вот, его, ему не надо говорить об этом. Все. Ты сразу встал и говоришь, я поем и поеду. Я говорю, ну молодец. Я такого не говорила. Не надо придумывать. Ну посмотрела так. Сегодня, да. Сегодня, потому что муж за мной приедет. Там те разы я все время вставала. Я слышала. Сегодня 21 апреля 2024 года, перед началом утреннего богослужения, трапеза немножко сидим в аварии. Мне никто не позвонил и сказал, иди зайди сюда. Никто, никому я не нужен, благодарю вас, что. Все, вы молодцы, ты герой, ты поговорил со всеми, ты ему мысль вложил. А мы так пошли сбоку припека, что там. Я еще не успел уехать, когда все началось. Не успел уехать. Господь благословил. Крест распятия Христова. Можно было звякнуть и сказать, слушай, тут у нас беседа намечается, подойди. Никто не сказал этого. Ну не сказал ты. Да, Лена. Сказала, ты, тут такая толпа осталась, а ты уехал. Я молодец, умница какая. А когда я уходил, никого тут не было. Отсвечивает еще. Я тут один сидел. Просчитаешь. Так что, ребята и зверята, не надо меня за уши оттягивать, где я не был. Такая появилась, я думаю, почему раньше? Я вот спрашиваю просто Юлю, говорю, Юля, вы остаетесь сегодня? Она говорит, не знаю. Я говорю, что-то как, какой-то ответ это... А Игорь, может, не захочет оставаться. Я не понравился со своим характером. Не понравился. Собрались против меня. Это все до начала богослужения. Не собрали против меня. А где я показал? Без 7 минут вы голодны, что молиться всем. Было все ровно 8. Начнется богослужение. Я куда не приду, и вот что-то раз, потому что мы постоянно контактируем рядом. А, ну, конечно. А тут просто раз. Он всегда тихо начнет, попробуй поконтактировать. Так, если сконтактируешь с ним, у тебя пламенем отбросит и все. Не его отбросит, а тебя. Одно дело вопрос задать там. У меня были разные. Ну да, задать там. Я болела, это первое. В одной машине едешь. Вторая причина, я работала. И в это время никак не получалось. А дальше уже какой смысл ходить на репетиции, если ты уже выступать, ситуация разная. Ты думаешь, тут, ты думаешь, тут бактерии вот так вот с вирусами? Да, тут не бактерии, а тут вот такие бактерии. Знаешь, я привет, услышал, ученые, мир вам, братья, сестры. Надя, ученые сделали эксперимент один. И за, да, и засыпали эксперимент. А Лозовой-то, наверное, ушел на пенсию? Ну, какой-то грамм, что ли? А ваше-то записано, которое говорил от Ася, у меня или даже больше, в скайпе, в сайте. И в каждой, хорошая очень такая передача, как-то пришла к Богу. Слава Богу. Так вот он приходит на другой день, я работала. Нечистоты. Он говорит, у нас телефон сгорел. Это все история остается. Даже в космосе. Мы вытираем чисто землю, песок, кошки бегают. Да, уже это вытерли, думаешь, что... Кошек не было. На этот день не было? Не, ну как-то было. Выпустили? На всяких специальных. Это солнечные. Так что то, что остались, тут начали беседовать хорошо. Купили